Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні експерти, шановні гості. Сьогодні, як завжди, по четвергах о 19.30 на телеканалі «Миколаїв» програма «Контраргументи», у якій ми обговоримо найактуальніші, найважливіші питання нашого життя. І сьогодні, сьогоднішню програму ми умовно назвали «Пейзаж перед битвою». Адже хочемо поговорити про політичну мапу Миколаївщини напередодні виборів. Звичайно, що де-юре політична кампанія ще не почалася, виборча кампанія. Втім, партії вже готуються, вже певні партії провели свої конференції, вже заявили про відкриття своїх приймалень, ми сьогодні про це поговоримо також. І, зрештою, вже почалася певна активність, яку не можуть не помітити не тільки експерти, а й пересічні громадяни. Вже з'явилися палатки, я сьогодні бачив палатку «Батьківщини» навіть тут неподалік від нас. Отже, партії почали про себе нагадувати знову. І сьогодні ми про це поговоримо. І перш ніж перейти на нашу дискусію, як завжди, Марія Савіцька представить наших гостей. Будь ласка. Так, доброго вечора. Тож, наш гість Артем Ващіленко, голова комітету Миколаївської міської організації «Партія розвитку України». Будь ласка, нашу візитку. Артем Ващіленко. Для політичної сили, з якою він вирушає на вибори, кандидат привабливий. Свого часу закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут. Встиг повчитися в Великобританії та Франції за спеціальністю фінанси. Тобто, ви зрозуміли, як заробити і порахувати гроші, наш гість добре знає. Артем Миколаївич розробив комплекс заходів по підтримці в регіоні малого бізнесу, також автор кількох профільних програм, прийнятих міськрадою. Загалом людина в Миколаєві відома. Може, це і спонукало Артема Ващіленка свого часу взяти участь в передвиборчих перегонах на посаду міського голови. Спробував наш гість потрапити і до Верховної Ради. Один з миколаївських сайтів стверджує, що пан Артем – масон. Та навіть всі езотеричні сили не допомогли перемогти на виборах. То, може, партія розвитку України допоможе? Ще один наш гість В'ячеслав Сімченко, голова Миколаївської міської організації партії «Солідарність», блок Петра Порошенка. Будь ласка. В'ячеслав Сімченко, директор тепловозоремонтного заводу. Нещодавно очолив Миколаївську міську організацію партії «Солідарність», блок Петра Порошенка. У 2014 році пан В'ячеслав вже намагався реалізувати свої політичні амбіції. Тоді він балотувався до Верховної Ради. Не пощастило. Центральна виборча комісія не врахувала бажання миколаївців бачити Сімченка своїм представником в законодавчому органі влади. Тепер наш гість підтягнув, так би мовити, важку артилерію. У складі президентської політсили шансів в місцеві ради увійти набагато більше. Поки що в місцеві. А далі як карта ляже. Втім, все це наші припущення. Яких результатів бажає досягнути В'ячеслав Сімченко, він розкаже сам. І постскриптум – поганий той солдат, який не хоче стати генералом. І Станіслав Мартиросов, заступник голови обласної організації партії «Народний фронт». Станіслав Мартиросов, депутат Миколаївської обласної ради. Освіта вища, педагогічна, працював вчителем, а також журналістом. Веде доволі популярний блог. Може, тому і популярний, що пан Станіслав володіє словом. Говорить правильно, навіть академічно. На сесіях завжди активний і принциповий. Одружений. У зв'язках, які його компрометують, помічений не був. Загалом такий правильний, що і стилістику наших портретів до нього не вжити. Але журналісти, вони такі, чекатимуть помилки від Станіслава Мартиросова. Ну хоч по партійній лінії. І зараз хочу представити наших експертів. Олександр Ухмановський, політтехнолог. Максим Коваль, голова обласної організації партії «Громадянська позиція». Олександр Болтянський, депутат Миколаївської міської ради. В'ячеслав Чеченін, головний редактор сайту МКМК.UA. Ігор Пух, журналіст і публіцист. І Сергій Карцев, екс-віцемер, екс-віцегубернатор та громадський діяч. Отже, усі гості представлені, усі учасники вже відомі. І за нашою традицією я хочу надати по хвилині кожному з наших гостей, для того, щоб просто окреслити свою позицію. Тільки, панове, будь ласка, спробуйте вкластися саме в хвилину. Що взагалі вже уявляє
з собою ваша партія на сьогоднішній день на політичній мапі Миколаївщини? Тобто не просто, так би мовити, якісь декларативні заяви, а саме як це реалізується у миколаївських, саме на Миколаївщині. Адже відомо, що в кожній області, в кожній місцевості є свої власні властивості. І про те, що ви збираєтесь робити, які у вас політичні амбіції, на що ви претендуєте. Будь ласка, Артем. Ну, в первую очередь хотел бы напомнить, что партия развития Украины активно заявила о себе, начиная с фактически середины прошлого года, и в избирательной кампании в Верховный Совет, как самостоятельная политическая сила, мы участия не принимали. Активно работали в составе оппозиционного блока. Я думаю, что сегодня нет необходимости обращаться к социологии. Достаточно, в принципе, просто пообщаться с жителями города Николаева, Николаевской области, чтобы почувствовать, что оппозиционные настроения в обществе, особенно на Николаевщине, достаточно высокие. Поэтому наша политическая сила как была оппозиционной, так и остается. И, собственно говоря, в предстоящую избирательную кампанию мы намерены выражать интересы наших избирателей, тех людей, которых сегодня наша партия объединяет. И в области сегодня у нас порядка 3500 человек. Буквально вот сегодня был в нескольких районах, общался с коллегами. Настроения действительно у людей очень сложные. Я думаю, что в первую очередь всех коснулось каждый семейный бюджет. Коснулись проблемы ЖКХ. Коснулось то, что сегодня произошло с подорожанием услуг жилищно-коммунального хозяйства. И, скажем так, подорожание электроэнергетики нас еще ждет. Ждет в сентябре, потом еще осенью два раза. Поэтому, как говорится, семейный бюджет посчитать еще не каждая семья может. Поэтому одной из, скажем так, приоритетных для себя задач мы видим, это помощь нашим гражданам в наполнении семейных бюджетов. Это занятость, это поддержка развития предпринимательства, это создание благоприятных условий для работодателей. С одной стороны, со второй стороны, это все-таки запуск действенных инструментов в сфере ЖКХ, в сфере компенсации по, опять же, тарифам, потому что, в принципе, то, что происходит сегодня, можно процитировать господина Розенка, министра социальной политики действующего правительства, который говорит, что сегодня фактически теми решениями, которые приняты, жители Украины, особенно инвалиды, неработающие, фактически лишены доступа к той системе дотации, которая так громко была распиарена. На самом деле этих проблем много. Фактически все они экстраполируются на местный уровень. И как в области, так и в городе именно эти проблемы для нас остаются приоритетными. Зрозуміло. Дякую. Вячеслав Валентинович, будь ласка. Наша партия, как политическая сила, как партия, только еще формируется на сегодняшний день. Буквально только в субботу была презентация, начал работать секретариат, рабочий орган, основной инструментарий, начала работать пресс-служба. Есть рада, есть рабочие группы, но по большому счету партия еще не сформирована до конца. Сегодня идет активное привлечение людей. При этом основные параметры, основные критерии, по которым мы людей подбираем, это все-таки люди новой формации, которые либо максимально приближены к этому термину, как можно это понимать. Люди, которые действительно понимают, что надо изменить в этой стране, потому что действительно, сегодня очень много проблем. Действительно, все они являются проблемами, многие из них решаются на местном уровне. Но получается, что сегодня люди, которые позиционируют себя как оппозиция к чему? К себе. Сегодня все местные советы – это эти же люди. Они же ничего не изменилось, поэтому можно сколько угодно рассказывать. Но, тем не менее, все проблемы, которые есть сегодня, им никто не мешает реализовывать некоторые благие намерения, какие-то благие инициативы, потому что фактически власть сегодня на местах у них в руках.
И основные наши цели и задачи – это все-таки, чтобы максимальное количество людей разума, людей-созидателей, то есть люди, которые в своей жизни что-то сделали, что-то создали, которым есть что показать, люди, которые строят город, развивают город, которые могут привнести что-то новое и полезное, которые умеют это делать. Так вот, наша задача, чтобы максимальное количество таких людей присутствовало в местной власти, это в городской областной совет. Дякую. Станислав, будь ласка. Ну, партия «Народный фронт», в общем-то, тоже относительно молодой проект. Хотя партия структурирована, есть организации во всех районах, мы объединяем, в наших рядах объединяются люди, которые понимают, что несмотря на то, что это очень непопулярно и это очень может многим не понравиться, но страну необходимо менять. Реформы непопулярные, болезненные, нужно проводить. И мы объединяем таких людей. И мы считаем, что курс, который выбран сейчас правительством и президентом, он в общем направлении, несмотря на то, что есть, конечно, ошибки какие-то, неточности и так далее, он в целом правильный. Но что мы собираемся делать, как любая партия на предстоящих выборах? Заниматься агитацией и пропагандой. Для початку визначитися, проти кого ми будемо дружити. Аби випадково когось не зачепити, бо скажу сьогодні, що він регіонал, а дивися, він же у твоєму списку на прохідному місці. То я ж розумію, що треба спочатку визначитися з друзями та ворогами. Втім, це замітка на полях, а перш ніж зрозуміло, що до кожного з виступаючих вже, напевно, є велика кількість запитань. Давайте, оскільки ця наша виборча кампанія проходитиме все ж таки у зовсім нових для нас умовах, новий закон про вибори ще не підписаний, втім, вже пройшов перше читання, і він лишає дуже багато питань. Давайте подивимось спочатку сюжет Федора Бондаря про це, а потім продовжимо наше обговорення. Тобто почнемо наше обговорення. Будь ласка. Одне з довгоочікуваних нововведень, що передбачає законопроект про місцеві вибори – відкриті партійні списки. Если раньше каждый из кандидатов, вот они пришли, купили место, там, можно я пойду от вашей партии, вот вам 5000 долларов, я пойду. Да, да, пожалуйста. И партия превращалась в некий базар, вот, особенно мелкие партии, которые очень успешно торговали разрешением, правом на выдвижение от себя. А дальше, ну, прошел, неважно. И депутат абсолютно спокойно игнорировал партию. То сейчас получается, что усиливается очень серьезная роль партии, и кандидаты не могут просто заниматься только собой. Експерти підкреслюють, в нових умовах надзвичайно важливою буде співпраця партій з місцевими елітами. Вважаю, що політична партія, яка зможе налагодити конкретний діалог, віднайти політичні еліти, еліти на селі, в районному центрі, які мають невеличкий хоча б фінансовий ресурс і особливо це кадровий ресурс, вони зможуть дати результат для усієї партії. Взагалі буде недостатньо заробити авторитет парочці лідерів партії. Необхідна копітка робота усіх партійців на всіх рівнях. А на це здатні далеко не всі політичні сили. Ні одна політична партія не має до сих пір розгалуженої системи партійної по всій області. Жодна. Більш всього до цієї виборчої кампанії підготовлена, на мій погляд, підготовлена опозиційний блок. Більш-менш працює нормально і починає роботу блок Петра Порошенка «Солідарність». Дещо залишилось нормальних, серйозних партійців, які зможуть зробити партійну роботу Комуністичної партії України. Прогнозують таку конфігурацію у нових радах. Провладні, опозиційні сили, плюс ті, хто назвуть себе у передвиборчій кампанії третьою силою, наголошуючи на незаангажованості ні старою, ані новою владою. З опозиційних реально можна розглядати тільки ОПА-блок. Ну, плюс еще раз, відродження, которое будет играть на этом поле, но которое, по моим данным, не является реальной оппозицией. Серйозними претендентами на посаду Миколаївського міського голови наші експерти вважають 5-7 кандидатів, але висунуться, вважають, втричі більше бажаючих. Тепер нашого мера мають обирати в 2 тури. Це, на думку експертів, вбиває як явище і інститут технічних кандидатів.
Если раньше, да, достаточно было отобрать буквально 5-7% голосов, как мы видели, например, на майских выборах, да, мэра, когда просто, добавив кандидата с похожей фамилией на Исакова, да, отобрали буквально несколько процентов, которые как раз и привели бы Исакова к победе. Прогнозують оновлення приблизно на 2/3 складу місцевих рад. Водночас проєкт закону передбачає скорочення кількості депутатських місць. Наприклад, у Миколаївській міськраді замість 90 їх стане 52. В процесі цих виборів може скластися ситуація, коли конкретний кандидат набере більшість голосів на конкретній дільниці, але якщо його політична сила не подолає загальний відсотковий бар'єр – 5 для партії або 7 для блоків, то депутатом стане представник сили, котра набрала прохідний бал, навіть якщо безпосередньо за нього проголосувала менша кількість виборців. Більшість озвучених думок – лише попередні прогнози, адже закон про місцеві вибори проголосований поки що лише в першому читанні. Отже, єдине, що можна добре зрозуміти з цього сюжету, що взагалі нічого поки що не зрозуміло. В'ячеслав Чеченін хоче дещо підправити до словах Федора Бондара. Так, да, автор назвав число депутатів в горсовєті, ісходя із цього закону в першому читанні, який проголосований, що їх буде 52. Но, видимо, його, так сказати, експерти підсчитали від числа жителів. А теперь по этому закону от числа избирателей. Поэтому нас, по всей видимости, ждет 44, ну, возможно, 45 депутатов. Что же касается вообще этого закона, кратенько, для того, чтобы... Безусловно, он имеет определенные особенности. Вероятно, он будет изменен ко второму чтению. Но давайте учитывать, что сегодня был сигнал от господина Гройсмана во время брифинга, о том, что он, учитывая, что он, во-первых, объявил, что эти выборы местные на 2 года, а не на полноценных 4 или 5, как было раньше. Во-вторых, нужно понимать, что, что скорее всего, выборы могут состояться по старой системе, и у нас может пока что остаться на 2 года 90 депутатов. Что касается деталей. Ну, вообще эксперты предполагают не влезать в детали, то есть избавиться от дьявола, да, а говорить только о божественном и высоком. Так вот, тут есть моменты, связанные, во-первых, вот было сказано, что в 2 тура, да, а там в этом законе речь идет о большинстве абсолютном. То есть если в первом туре кто-то набирает 50% голосов от проголосовавших, плюс один голос, он мэр, не набирает меньше, ну тогда будут между 2 лучшими проведены еще 1 заезд. Зрозуміло, дякую. Отже, декілька разів вже був згаданий мер, і справді ми обираємо не тільки депутатів, а й мера. І сьогодні, як минулого разу віртуально була присутня в нашій студії Тетяна Васильівна Демченко, так сьогодні ми попросили Юрія Гранатурова дати свої коментарі. Вони особливо з моєї точки зору цікаві, тому що він, якщо казати словами Олександра Твардовського, 17 пережив Попову, 4 царів. Тобто бачив багато різних систем, багато різних депутатів, багато різних умов політичних. Втім, лишався мером при них усіх. І тому йому є з чим порівнювати. Я думаю, що цікаво послухати його думку. Давайте подивимося цей сюжет. Я маю достатньо великий досвід работа в различных советах с 98 года и в разных системах. Была мажоритарная система выборов до 2006 года, потом была партийная система, пропорциональная, где опубликовались только первые 5 партий. Потом была смешанная система, это и пропорциональная, и мажоритарная. Теперь уже новая система предлагается, пропорциональная по открытым спискам. Ну, хочу сказать, что главное, наверное, чтобы в советы попадали порядочные, профессиональные, патриотически настроенные люди. И по большому счету местный совет
это не поле для политической битвы, не поле для острых дебатов, связанных с общественно-политическими моментами, не поле для разного рода волнений и заявлений политического характера. Городской совет – это орган хозяйственный, где люди, население, каждому депутату делегируют право на период полномочий депутата представлять в полном объеме их интересы в том округе, в котором он одержал победу, либо в той партии, за которую они проголосовали. Эта система, которая предлагается сегодня, она наверняка имеет много плюсов. Несмотря на то, что система пропорциональна, и политические партии будут представлять своих депутатов в Совете, она все-таки еще и персональна, потому что люди будут голосовать все равно за персоналии. И очень важно, чтобы в городской совет зашли те, кто действительно разделяет главное, что есть в местном самоуправлении. Это европейскую хартию о местном самоуправлении. Понимая то, что сегодня задекларирована субсидиарность, а попросту говоря, передача полномочий на места, то в этом случае депутаты должны быть подготовленными, на мой взгляд, способными решать целый ряд наболевших вопросов. Они должны понимать, как формируется бюджет. Они должны понимать, что такое программно-целевой метод формирования бюджета. Они должны понимать, из чего складывается система налогообложения. Они должны понимать, каковы на сегодняшний день полномочия местных советов и какова законодательная база, которая может быть большим подспорьем для того, чтобы городская громада жила лучше, безопаснее, комфортнее. Я считаю, что сколько ни старайся покрасить канализационную насосную станцию в какой-либо партийный цвет, она своего назначения от этого не поменяет и технически будет всегда работать только на один единственный результат по своему целевому назначению. Поэтому я думаю, что в городском совете чем меньше различного рода войн, выяснений отношений, требований признать, будем так говорить, превосходство одной или другой политической силы, тем будет спокойнее в городе Николаеве, тем будет эффективнее работать исполнительная власть. Отже, позиції заявлено, отеческое напутствие от Юрия Ісайовича получено. І я хотів би розпочати власну нашу дискусію і сказати, що звучало дуже багато вже практично передвиборчих програм. Ну, не багато, але вже вони прозвучали. І, до речі, хочу сказати дякую вам, Артему Миколаївичу, адже ви єдиний, хто із опозиції сьогоднішньої згодився взяти участь у сьогоднішній програмі. У нас, ми сповідуємо принцип, що усі мають бути почуті, і саме це місце у прямому ефірі, де кожен може зруйнувати власну репутацію власноруч або її побудувати. Такі приклади у нас були, і зрештою кожен тут відповідає за себе, за того, кого він представляє, все залежить тільки від вас. На жаль, решта тих, кого ми запрошували, Артема Ілюка, навіть Ігоря Дятлова, вони, В'ячеслава Рукоманова, вони сюди до нас не дійшли. Тож віддаватиметесь ви за усіх, і вам перше запитання. Я розумію, що дуже цікаво говорити про тарифи, це найвигідніша зараз, найвиграшніша тема. Втім, напевно, ви або умисно, або випадково, можливо, за браком часу, сказали ще про один дуже важливий меседж, який у середу був оголошений опозиційним блоком. А саме полягає він у тому, що Україна має в односторонньому порядку почати виконувати Мінські угоди.
Опозиційний блок вважає, що саме Київ повинен взяти в свої руки ініціативу в питанні повного виконання Мінських угод, надання неконтрольованим територіям особливого статусу і амністія, забезпечення доступу гуманітарної допомоги і відновлення територіально-економічних зв'язків, відновлення всіх соціальних виплат на Донбасі і децентралізація для всієї України, починаючи з сьогоднішнього дня. Ці пункти Мінських угод повинні стати порядком денним для всіх органів влади, написано у блозі. Тобто, вибачте, це заява блоку. Нарешті, це вже коментар журналіста, нарешті у заяві члени партії пригрозили центральній влади Гаазьким трибуналом. За продовження блокади Донбасу і блокування Мінських угод, що кожен день варто Україні повно нових людських жертв, лідери коаліційної війни будуть нести відповідальність аж до Гаазького трибуналу, йдеться на сайті опозиційного блоку. Я хочу зауважити, що жодного слова про іншу сторону конфлікту опозиційний блок не сказав. Тобто, ну, мені здається, що зрозуміло, на чиєму боці симпатії опозиційного блоку, втім, можливо, я помиляюся. Ми ще поговоримо про інші речі, про там у нас є дуже цікава заява Рукоманова, до речі, щодо його колишнього партійного партайгеноса. А зараз хотілося б почути вашу думку саме ось про цей зовнішньополітичний, так би мовити, ракурс вашої діяльності. Давайте почнемо з того, що перше. Я говорил о тарифах на жилищно-коммунальное хозяйство не потому, что это выгодная тема, а потому, что это действительно то, что в первую очередь сегодня волнует очень многих людей. И, скажем так, коснулось это практически каждого семейного бюджета. Теперь о том заявлении, которое вы только что процитировали. Вы говорили о заявлении, которое делает политическая партия «Оппозиционный блок». На сегодняшний день я представляю партию развития Украины, не партию «Оппозиционный блок». Безусловно, законодатель тем проектом закона о местных выборах, который сегодня обсуждается, дал возможность для блокирования, для создания блоков, как на местном уровне, в первую очередь, учитывая, что речь идет о местных выборах, стимулируя партии блокироваться повышенным проходным барьером в 7%. Вот. Поэтому я не думаю, что с моей стороны было бы корректно давать оценки заявлениям другой политической силы. Вот. Хотя я согласен с тем, что прекращение войны на Донбассе, ну, я не знаю вообще, кто в Украине может сказать, заинтересован говорить иначе. То, что происходит война, это факт очевидный. То, что люди погибают, факт очевидный. И то, что, ну, скажем так, другого пути, как мир, я думаю, его нет. И эта позиция партии развития, которую мы с первого дня своего существования мы декларировали. Артем. Поэтому, и еще одно, раз уже вы мне слово дали, то если мы сегодня говорим о местных выборах, давайте поговорим о том, что может происходить в Николаеве, каким образом вот этот закон о выборах, вообще будет ли он полезен для жителей города? Безусловно, будет мы для ли этого доступно собрались. Для горожан сервис? Потому что, в принципе, давайте говорить откровенно, депутаты городского совета – это сервисная структура, которая должна предоставить услуги горожанам. Если сегодня мы сократим вдвое численность городского совета, будет ли это хорошо с точки зрения доступности услуг для горожан? Я считаю, что это будет хуже. Спасибо, Артем. Я прошу простить мне мою невинную ошибку. Дело в том, что очень трудно вот в этом вот хороводе очень знакомых лиц понять, кто сейчас в оппозиционном блоке, кто где. Там Игорь Сергеевич Дятлов там сделал одно забавное заявление, мы его тоже увидим. А сейчас я хотел бы, поскольку у нас, к сожалению, не присутствует в студии господин Рукоманов, посмотреть коротенькое видео с Ютуба, снятое нашими коллегами, с преступности нет. И я думаю, что тогда станет понятно, в общем-то, почему не только мне, наверное, и многим николаевцам очень трудно понять, а кто же на самом деле у нас партия региона, партия развития и так далее. Тем более, что ПР так легко... Партия развития, партия региона, практически одно и то же. Господин Рукоманов. Вы состояли в партии региона, да? Конечно, состоял. А сейчас вы состоите в партии? Да, возглавляю областную организацию партии «Розвитку». Да. Вот я с вашей коллегой уже общалась, но все-таки интересно ваше мнение узнать. А какая разница между партией регионов и партией... Давайте мы ответим на этот вопрос присутствием. Вы уже были при власти и снова стремитесь, правильно? Неправильно вы понимаете. Я продолжу. Но все же стремитесь к власти. Партия стремится, да. Партия стремится. Партия, да. Были при власти и стремитесь. То есть первым генкомом это про вас.
нельзя огульно хаять полностью всю партию региона. Вы знаете, никогда не говори никогда. Мы думали, что было совсем плохо, а оказалось, что далеко и не совсем плохо. Я живу на Намыве и по утрам бегаю. Я за то, хай бы этот Янукович, сука последняя, добился своим золотым батоном и, извините, срал на свой золотой унитаз. Это наши люди, и мы их позовем к себе в партию. А вы ставите какие-то сроки выполнения своих задач? А сроки перед нами сама жизнь ставит, потому что выборы. Выборы, местные выборы. А, то есть главные выборы, а там... Нет, не просто главные выборы. А допустим, если вот так получится, что с этой партией произойдет то же самое, что с партией регионов, какая следующая будет партия? Вы знаете, я не думаю, что с этой политической силой произойдет то, что произошло из партии регионов. Артем Николаевич, я просто это показал в качестве просто оправдания того, что я случайно перепутал вас с оппозиционным блоком. Я понимаю, что, в общем, вчерашние однопартийцы сегодня разосрались. Извините, это я процитировал Рукоманова, случайно получилось, рассорились. Впрочем, я хочу сказать, что эта лексика, вероятно, очень в ходу у партийных руководителей, потому что явно любви они ко своим вчерашним соратникам не испытывают. Вот Игорь Сергеевич Дятлов очень интересно говорит о своих размышлениях относительно похода во власть. Давайте глянем. Тоже с Ютуба. Вы планируете баллотироваться в мэры? Вы хотите увидеть осенью на выборах борьбу между мной и регионалом предателем? Что вы имеете в виду? Я вам задал вопрос. Я не понял, что вы имеете в виду. Ну тогда оставим, когда вы поймете, и я отвечу на этот вопрос. Ну, а если отвечу «хочу»? Вы хотите? Вы примете решение, исходя из моего желания? Я приму решение, исходя из своего, в первую очередь, желания и того закона, который будет принят. На сегодняшний день закона о том, что выборы пройдут осенью, нет. Вы же умный человек, вы же это видите. Мы однозначно будем принимать участие в выборах в местные советы. Мы однозначно будем принимать участие в выборах мэра города. Это... Почему вы не появляетесь в областном совете? Я думаю, вы оставите эти вопросы для пресс-конференции. На нашей программе очень часто так по ходу дела возникают различные идеи, советы, какие-то договоренности. Например, кто-то говорит, ой, я не знал, что вот вы, оказывается, решаете там вот чиновник и общественник. Так вот, я хочу прямо вот в прямом эфире дать креативную идею Игорю Сергеевичу Дятлову. Он же собирается на выборы, будет думать об агитации. Еще больше года назад в Фейсбуке появилась замечательная листовка, которую, я думаю, он прекрасно сможет использовать на всех столбах для того, чтобы напомнить николаевцам о том, кем он был, кем он остается, кем он хочет стать, и убедить таким образом, что за него нужно голосовать. Картиночку, пожалуйста. Я думаю, что очень уместно будет ее... Вот, пожалуйста, вот она здесь на большом экране, можете посмотреть. Я думаю, что будет очень кстати ее разместить в качестве напоминания о богатом потенциале кандидата в мэра. Вячеслав, да, пожалуйста, конечно. Как раз в продолжение темы по поводу того, что действительно сейчас всех в первую очередь беспокоит война, которая идет на Востоке. Все мы ждем каждый день, когда же наступит мир. Но при этом хочется немножко так вот отвлечься и посмотреть на карту политических пристрастий Украины и посмотреть, что там сегодня происходит, где каким политическим силам симпатизирует электорат, где большинство и как там сегодня живут люди. Давайте посмотрим регионы, там, где абсолютное большинство приверженцев самопомощи. Что там? Да, там, ну, живут люди, работают, там, худо, бедно, больше, меньше зарабатывают, живут спокойно. Есть регионы, там, где очень мощный ядерный электорат, там, например, Батьковщины. Есть регионы, там, где большое количество голосов там, получал удар, там, БПП. И давайте посмотрим на те регионы, там, где абсолютное большинство, абсолютнейшее,
было у партии регионов и всех их разветвлений с различными наименованиями. Да? Это Крым, там, где началась война. Это сегодня Донбасс, там, где сегодня люди гибнут, там, где идет война. Это там, где чуть-чуть меньше приверженцев партии регионов. Это Харьков, там, где постоянные взрывы, гибнут люди. Это Одесса, там, где постоянные взрывы, гибнут люди. Поэтому говорить сегодня представителям партии регионов и оппозиционном блоке, говорить им о том, что они жаждут мира, это, по крайней мере, издевка. Просто издевка, потому что кто принес войну? Кто ее сделал? Где война? Война там, где власть у оппозиционного блока. А там, где власть у демократичных сил, там мир и покой. Так давайте тогда выбирать, что мы хотим. Мы хотим войну? Пожалуйста, вам. Оппозиционный блок, вперед, голосуем. Вы хотите, хотим жить мирно, спокойно, работать и развиваться? Тогда, наверное, надо выбирать какие-то демократические силы. Спасибо, Артем. Кстати, будет возможность сказать. Да, но я понимаю, что в данном случае я хотел задать вам вопрос. По сути, вы на него где-то ответили. Тогда мой вопрос к Станиславу Мартиросову, а сразу после этого вступят в игру наши тяжеловесы, эксперты. Так вот, Стас, очень интересно. Если, в общем-то, какая-то позиция, ну, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться, но, в принципе, озвучена и блоком Порошенко, и оппозиционными силами, это там, ну, Відродження как до нас не дошло, хотя уже, в общем-то, какие-то свои ролики они демонстрируют в эфире. В партия «Розвитку», пожалуйста, вот Артему можно напрямую пораспрашивать. Оппозиционный блок тоже, в общем-то, уже существует. Вас как-то вот совсем не видно. Более того, вот эта вот замечательная фраза о том, что мы объединяем в своих рядах. Ну, слушайте, у вас, я так смотрю, на список блока Порошенко практически все самые видные партийцы из Народного фронта уже перекочевали в блок Порошенко. А те, которые остались, я не знаю, может, они просто их не берут туда? Или просто они еще не успели перейти. Кстати, еще одна любопытная такая, ну, непонятная для меня деталь, которая, в общем, как мне кажется, характеризует отсутствие позиции. Ну, люди со стороны, не очень сильно интересующиеся политикой, наверняка это как-то даже внимание на это не обратили. Однако вот существует такой вот любопытный, знаете, последовательный такой танец по кругу. Значит, Народный фронт, по сути, это люди, которые вышли из Батьківщини. И они достаточно долго соблюдали с ней вооруженно до зубов нейтралитет, приблизительно как у нас с Россией. Да? Вроде никто не воюет, а на самом деле такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Потом вроде бы все-таки договорились до каких-то совместных действий и стали называться Батьківщиной. В фракции Батьківщины в областном совете она была, но потом из нее постепенно вышли Андрей Белосохов, там переходили некоторые депутаты. И вроде как бы была фракция Народного фронта. То есть Батьківщина как бы перестала существовать, а Народный фронт был себе, Народный фронт, фронт ЗМИ тогда, да, вполне себе нормально существовал. Потом произошло объединение Народного фронта ЗМИН и партии Батьківщина. И фракция стала называться Батьківщиной. Хотя в ней, подчеркну, из Батьківщины практически никого и нету. Там Эрик Григорян, да кто еще, Андрей Белосохов вышел. А, Катрич, бывший батьківщиновец, да, ну, практически вот. И получилось сейчас, что Батьківщины по сути нету, Народный фронт никак себя политически не позиционирует, а фракция в областном совете по-прежнему называется Батьківщина, хотя Батьківщины там по сути тоже нет. И вот это вот, этот когнитивный диссонанс, по-моему, отнюдь не способствует какому-то внятному занятию вами, какой бы то ни было политической ниши. Ну, я не согласен с тем, что позиции нет, позиции есть. Только мы никому не рассказываем. Неправда, мы рассказываем, но вот я вот здесь же нахожусь и рассказываю, правильно, позицию Народного фронта. Наша позиция, позиция относительно чего? Относительно заявления вот этого ОПО-блока или относительно чего? Наша позиция является проправительственной, пропрезидентской в том числе. Давайте не будем забывать, что Народный фронт является участником парламентской коалиции, так же, как и блок Порошенко, и так же, как и Батьківщина. Что касается того, кто откуда вышел, кто откуда вошел,
Тому можна довго розказувати. В Народному фронті люди, які були в різних партіях. Я в якесь час представляв партію «Реформи і порядок», може, хто пам'ятає, була така партія. Сейчас я в Народном фронте. Стас, я скажу, почему я говорю об этой путанице. Вот как мы путаем партию «Розвитку» и оппозиционный блок, и я уверен, что по сути они названиями отличаются, но еще какими-то вот местными сварами. Я понимаю, почему такой вопрос. Потому что вот на фоне того, что и блок Порошенко, и оппозиционный блок уже фактически начали активную кампанию, как бы Народный фронт еще не начал этой активной кампании. Мы боимся сделать фальшстарт. Я скажу так. Я подозреваю, что на самом деле просто не знаете, против кого вы будете дружить. И крайне велика вероятность, что вот как-нибудь не тех людей назовете друзьями, или не тех своих завтрашних друзей назовете сегодня врагами. Вот вопрос уже задан так, что трудно ответить на него. Вот как понять вопрос? Ну вот намеки и так далее. Задайте конкретный вопрос, Ярослав Владимирович. Конкретный вопрос, хорошо. Давайте посмотрим. Я хотел это отложить на завтрашний постскриптум. Я надеюсь, в нем будет принимать участие народный депутат Игорь Брыченко, я, в общем-то, хотел адресовать к нему. Но, тем не менее, вот Игорь Брыченко в данном случае рассказывает о тех чиновниках, которые совсем недавно, будучи руководителями партии регионов, теперь совершенно волшебным образом оказались руководителями районной власти и, о чудо, участниками боевых действий в зоне АТО. Вот Игорь Витальевич этот вопрос комментирует. Давайте посмотрим. Почистят. И почистят очень серьезно. Но только, вы знаете, наверное, за это, что они получали участника в АТО, там надо садить в тюрьму. Поверьте, это мое... Хоть один человек сядет? А? Хоть один человек сядет? Ну, хотелось бы. Вот, честно говорю, хотелось бы, чтобы следующему не хотелось ставать участником АТО с одной поездки. То есть вот... мне сильно подсказывает, что при всем этом, что вы не вылезаете из АТО, у вас нету такой справки. У меня нету. Я хочу сказать, что у волонтера нету той справки, он ездит по 2-3 раза в неделю в зону АТО. Он ночует там, он ездит взрывами, обстреливают их машины. И это на протяжении самого начала военных действий. До сих пор у них нет участника в АТО. Но какую-то чинуша имеет участника АТО. Ну давайте по Новой Одессе. Господи. Завтра занимаюсь лично. Нет, я не знаю, я не веду справки, но я хочу понять, на каком основании человек прошел регистрацию. Это морально. Человек, вы понимаете, это даже не то, что, я бы его не назвал бы, это низко, это чересчур низко. Вопросы, в общем-то, остаются открытыми, и я надеюсь, что, может быть, завтра Игорь Витальевич все-таки даст на них ответ. Но это, собственно, иллюстрация того, о чем я говорю, что вот эти так неожиданно друзья становятся врагами, и наоборот. Вячеслав Чеченин, пожалуйста. Во-первых, я хочу помочь Станиславу и сказать о том, что эксперты, не только местные, но и центральные, давно уже говорят о том, что сегодня Народный фронт, который значительно потерял в своих, так сказать, политических рейтингах свое, как бы там, высокое место, которое он занимал по результатам выборов в парламент, сегодня активно договаривается о том, чтобы идти на выборы в местные советы вместе с президентским блоком для того, чтобы друг другу не мешать. Вполне такой вариант возможен. Это я говорю, такое мнение. А теперь поговорим, вот у нас удачные сегодня очень гости. Я хотел бы вернуться к моменту выборов мэра. Так, да? Конечно, каким бы ни был закон, но мэра нам придется выбирать. На 2 года это будет или там дольше. Мы можем сегодня уже говорить о людях, которые уже прямо заявляют о том, что они идут на мэра Николаева. Да? Мы можем говорить о Дятлове, мы можем говорить о Илюке. Вот. Мы можем говорить о Гранатурове, да, это уже как бы точно. Но мне вот почему-то кажется, что от партии развития Украины, которую я, например, отличаю от оппозиционного блока, очень похоже, вы интеллигентнее нас, вы знаете ноты. Кандидатом в мэры будет выдвинут как раз присутствующий здесь Артем Ващеренко. Его право подтвердить, не подтвердить, но явно не Рукоманов, да, особенно после того, как он продемонстрировал очередной раз высочайшую политическую культуру, в том числе
и лексику. Очень интересна интрига вокруг выбора от блока Петра Порошенко «Солидарность». Да? Ну, как бы, с одной стороны, есть наш гость, господин Симченко, который там достаточно интересно заявил о себе в последний год-полтора, но прежде всего как волонтер, да? Вот мы как волонтера вас узнали в первую очередь. Ну, да. Вот. А с другой стороны, опять же, учитывая последние исследования местных социологов, рейтинг у Гранатурова достаточно высок, и вполне возможно, что вам партия поручит, ну, например, зайти во главе колонны БПП в городской, не знаю, там, в городской, да, вы же городской у нас руководитель. Бронетанковой колонны. Да. А вот очень интересно узнать, очень интересно узнать у Станислава Мартиросова, а кто же от вас будет баллотироваться в мэры? Неужели Романчук? Все, пока все. Ну, можем начать, Артем. Хорошо, я думаю, что Артем, во-первых, хотел там перезадать какой-то вопрос Станиславу, но, во-вторых, действительно, гость это для того, чтобы отвечать на вопросы. Пожалуйста, господа. Значит, ну, ответить на прямой вопрос, будет ли Ващеленко выдвигаться кандидатом на пост городского головы, пока не готов ответить, потому что, в принципе, у нас и внутрипартийная дискуссия продолжается, то есть процесс не останавливается, мы не приняли окончательных решений. Вот, поэтому, возможно, будут некие формы блокирования, сотрудничества. Пока рано говорить, учитывая, что тема сегодняшней нашей передачи, да, политический ландшафт, он далеко не устоявшийся. Вы это сами понимаете. Мы называем с вами целый ряд политических сил, которые, возможно, еще активно о себе заявят. Вот, тем более, что ну, вот в порядке комментария о возглавлении колонны, да, колонны нынешний проект закона не будет колонны, понимаете? То есть будут конкретные личности, привязанные к округам, как такого списка, где будет первое лицо, пятерка, этого не будет. То есть речь идет о личностях на округах. Поэтому и у нас идет внутрипартийная работа все-таки по поиску тех людей, которые действительно интересны, которые будут полезны горожанам. И нечего скрывать, это и ряд общественных активистов, руководителей общественных организаций, которые... в силу того закона, который сегодня обсуждается, лишены возможности идти, например, самовыдвиженцами и обязаны прийти под знамя той или иной политической силы. Значит, то, что я вот хотел прокомментировать, вы знаете, вот ситуация с Народным фронтом, она достаточно показательна. То есть, прошу прощения, одну секундочку. На экране телефон прямой линии. Пожалуйста, уважаемые зрители, если есть желание принять участие в нашей дискуссии, пожалуйста, звоните. Извините, Артем. То есть ситуация достаточно показательна. То есть это вот тот пример формирования политического ландшафта с одной стороны, а с другой стороны это уже результат политической ответственности. Потому что тот кабинет министров, который фактически возглавляет руководитель этой политической силы, показал свою неэффективность, показал, скажем так, отрицательные, крайне отрицательные результаты, что, безусловно, сказалось и на рейтинге политической силы. Сегодня я считаю, что их политический эгоизм толкает их к тому, чтобы найти действительно какую-то более рейтинговую силу, к которой присоединиться. Дай бог, чтобы вот эти все, знаете, как политический эгоизм на местном уровне был на пользу местной общине. И действительно, те специалисты, те грамотные люди, которые есть в разных политических партиях, смогли пройти в городские, в областной совет, в районные советы и быть там полезны. То, что в целом ряде политических партий сегодня присутствуют бывшие члены партии регионов, опять же ничего удивительного. Мы с вами понимаем, какой кадровый голод сегодня в Николаевской области. Те люди, которые хоть что-то из себя представляли, по крайней мере многие из них, и которые пользовались поддержкой, реальной поддержкой людей, были привлечены в той или иной форме, так или иначе, в партию регионов. Поэтому в этом нет ничего удивительного. То, что человек был в партии регионов, это не значит, что этот человек там негодяй и проходимец. Это во многих случаях, практически в большинстве, это нормальные, грамотные, компетентные специалисты. В Николаеве, в Николаевской области, это не секрет, я ни для кого не открываю здесь Америки. Значит, партия регионов имела подавляющую поддержку. Вот слово подавляющее очень точно. Да. Я хочу вот одну маленькую заметку на полях, чтобы не забыть просто. Ну, давай. Вот это к вопросу о том, как партия регионов формировала свои списки.
Значит, ну, я достаточно долгое время, не скрываю этого, работал пресс-секретарем партии «Батьковщина», и был членом партии «Батьковщина», собственно, и депутатом как раз вот во фракции был членом фракции «Батьковщина». Так что могу об этом говорить со знанием дела, так сказать, изнутри. Вот договариваться с каким-то, как вы говорите, компетентным, знающим, грамотным и эффективным в работе человеком о том, что он войдет в список «Батьковщины». К нему приходят ваши однопартийцы и говорят: у меня для тебя хорошая новость. Ты идешь по списку партии регионов. Я говорю: да как, нет, я не иду по списку партии регионов. Я иду вот в «Батьковщины». У тебя же есть бизнес, правильно. Так ты все-таки идешь по списку партии регионов. Он говорит: ребята, ну с тебя столько-то денег за то, чтобы ты там такие не просто был в списке, а прошел. Он говорит: ребят, ну я как бы не хочу, я вообще не собираюсь. Мне только предложение сделали, я еще не решил. Хорошо. Тогда непроходное место в нашем списке стоит столько-то. Пожалуйста, ты заплатишь такую сумму, и тебя никто не будет беспокоить. Главное, чтобы ты в том списке не был. Поэтому я вам могу сказать, что вы действительно смогли собрать достаточно богатый урожай людей, которых остальным партиям не удалось завести к себе. Потому что, сами понимаете, бизнес, семья, дети, интересы. А тут предложение, от которого невозможно отказаться. Продолжайте, пожалуйста, Артем Николаевич. Пользуясь тем, что я действительно здесь единственный представитель от разных оппозиционных сил, вот, понятно, что можно ко мне апеллировать с различными отсылами к истории, к тем методам, которые когда-то использовались. Я не присутствовал при этих разговорах, мне сложно это говорить. Опять же, в партии регионов я не был на позициях, которые, скажем так, позволили бы мне говорить о том, что да, это работало так. Но факт остается фактом. Очень многие люди так или иначе пришли и были в партии регионов. И это не значит, что они сделали что-то плохое для жителей Николаева и Николаевской области. Поэтому, безусловно, сегодня во всех политических силах есть кадровый голод. Знаковых людей найти достаточно сложно. Вы знаете как, у многих присутствует сегодня и разочарование. Поэтому те методы, о которых вы говорите, лично я, например, категорически осуждаю, и я надеюсь, что те люди, которые в свое время были функционерами партии регионов, сделали работу над ошибками для себя. Вот. И таких ошибок не повторят. Маленькая цитата. Да, сейчас, секунду, вот просто в качестве, так сказать, микрокоды, да, маленькая цитата из Евгения Шварца. Помните «Убить дракона», когда Ланселот победил дракона, и начинает, так сказать, перестройку, да, чистку кадров, и сын бургомистра говорит ему: я не виноват, меня так учили. На что отвечает ему: замечательно, нас всех учили, но кто заставлял тебя, сволочь, быть первым учеником? Так вот, в ваших рядах, вот в этих вот, в этих сюжетах, которые мы видели, мы как раз видели первых учеников, от которых зависело то, что происходило в партии регионов. Пожалуйста, Вячеслав Валентинович. Да, в продолжение. Действительно, партия регионов, многих людей туда загоняли, а многих действительно там было большое количество очень высококлассных профессионалов, которые очень профессионально умели разворовывать бюджетные деньги. Тут, безусловно, надо снять шляпу. Тут это все делалось у них очень классно. Непревзойденно. Да, да. Это к тому, что многие иногда приходится слышать упрек в том, что мы набираем людей без политического прошлого практически, которые, да, они... Кирилл Юрьевич, должны знать, как формируется бюджет. Ничего, если человек смог с нуля построить университет, то как-нибудь он разберется, как формируется бюджет. Значит, у человека есть, по крайней мере, элементарное понимание экономики. Поэтому это не есть проблема. И вместо одного учителя школы, там другой учитель, если один разобрался, и другой разберется. Поэтому действительно мы подбираем людей, которые не умеют пилить бюджет, которые не умеют разворовывать деньги, которые не знают, как это делается. Надеюсь, что и не узнают. Что касается прямого вопроса, да, ну, извините, наверное, придется сохранить некую интригу, потому что действительно вопрос еще открыт. И даже вот сейчас я сюда приехал на эфир, в это время идет расширенное заседание политрады, на котором обсуждается, в частности, именно этот вопрос. Но на этой неделе каждый день политрада собиралась. Пока вопрос открыт. Обсуждаются разные варианты.
как только решение будет принято, оно будет обнародовано. Сейчас, к сожалению, что-то конкретное не могу ответить. Спасибо. Станислав Артемович. То же самое, отвечая на вопрос. Нет сейчас ответа. Точно так же идет обсуждение. Угу. Когда... Но такой человек будет. Возможно. Я не исключаю такой возможности. Можно, либо, можно я закончу? Либо возможно, что будем объединяться и поддерживать какого-то одного человека, но чтобы у него были большие шансы для прохождения. А вот все-таки была затронута, названа партия от представителей оппозиции, не могу не ответить. Я, наверное, наверняка партия развития Украины руководствуется в своей деятельности исключительно политическим альтруизмом. Если у нас политический эгоизм, то у них политический альтруизм, наверное. Значит, но я хочу вот сказать словами Арсения Петровича. Да, это лидер нашей партии фактически. Да, рейтинг очень сильно упал. Мы были на первом месте по рейтингам по итогам парламентских выборов. Сейчас рейтинг очень сильно упал, потому что реформы непопулярны, потому что ассоциируют все эти реформы с именем Яценюка. Мы это прекрасно понимаем, но я хочу ответить его словами. Что важнее для ответственной политической силы? Удержать рейтинги или страну? Мы выбираем страну. Но я сколько заплатил? Сергей Николаевич Карцев. Уважаемые коллеги, местный парламент несет основную задачу для громады. Вот у меня к вам, каждому из вас, по два вопроса. Одинаковых вопросов. По вашему мнению, мнению вашей политической силы, главная задача депутатов местного совета и вторая – это критерии подбора вот этих кандидатов вашими политическими силами. Артем Николаевич, давайте слева направо. Значит, ключевая задача депутатов местного совета – это представлять интересы жителей города. Значит, и я уже говорил, что мы рассматриваем работу депутата городского совета как сервисные обязанности по отношению к представителям городской общины в формате города в целом, в привязке к конкретному территориальному округу, в случае, если он существует. Поэтому в первую очередь это быть доступным для горожан, быть реальным выразителем их интересов по, скажем так, глобальным проблемам города и по индивидуальным проблемам горожан. Потому что, вы это уже прекрасно знаете, очень долго проработали в органах местного самоуправления, что 50% вопросов, которые приходят избиратели к депутату, это, как правило, какие-то личные вопросы, с которыми человек сталкивается в своем доме, иногда по работе, в своем дворе и так далее. Поэтому, в первую очередь, критерий для нас – это готовность человека быть доступным. Это компетентность человека, скажем так, в вопросах городского хозяйства. И от этого никуда не деться, определенная узнаваемость сегодня. То есть вы на оба вопроса ответили, да, Сергей Николаевич? На ваш вопрос ответил Артем, да? Спасибо. Вячеслав Валентинович, пожалуйста. Понятно, безусловно, банальные вещи, отстаивать интересы избирателей, я все тогда, это представитель любой политической силы будет говорить одни и те же фразы. Вопрос в другом. Как этого добиться? Что для этого надо сделать? Первое, как я считаю, это сделать все для того, чтобы бюджет перестал разворовываться, чтобы он эффективно распределялся. Потому что если деньги, которые есть в бюджете, будут расходоваться эффективно, так как на любом предприятии там есть владелец, настоящий хозяин, распределяет деньги, то от этого, безусловно, выиграет вся громада. Когда деньги будут тратиться не на какой-то пиар, а на то, чтобы на утепление домов, например, который приведет к экономии средств и на прочие проекты, которые необходимы горожанам. Это, безусловно, абсолютная прозрачность. Я знаю, там есть готовый проект по так называемый электронный город, электронный документооборот, электронное правительство, которое безуспешно уже много месяцев пытаются ребята внедрить. Это безрезультативно. Хотя я считаю, это необходимо просто. Это одна из первых основных задач. Когда есть абсолютная прозрачность всех тендеров,
когда прозрачны все договора. Элементарно. Проблема была с маршрутками, проблема с вывозом мусора. Все возмущались. Почему? Как? Ну, почему? Любое предприятие, если не выполняет свои обязательства, то ну, меня бы мои заказчики по судам так затаскали, я бы столько штрафов выплатил бы, что просто предприятие перестало бы существовать. Тут никто не мог понять, а где эти договора, а кто должен нести ответственность. Потому что их, они где-то есть, но они вот где-то непонятны, их не найдешь в архивах. А когда оно все висит на сайте, и любой представитель громады может зайти и посмотреть, не вывезли вовремя мусор, будьте добры, заплатите штраф. Выгнали льготника с маршрутки, будь добр, заплати штраф. И где потом, где эта квитанция? А вот счет города, там где-то должно быть. Оно все должно быть максимально прозрачно. Когда, потому что бюджет – это деньги громады. И громада должна видеть, как они расходуются. Где кому либо какие-то непомерные премии платятся, либо какие-то шикарные кабинеты строятся. Либо делаются дороги, либо покупаются трамваи, либо там строятся детские сады. Вот, вот эта абсолютнейшая прозрачность, и она и приведет к тому, чтобы максимальную пользу получал город и горожане. Что касается критериев, по которым мы подбираем людей, я это уже озвучивал, но повторю еще раз, это в первую очередь называю люди-созидатели, люди, которые что-то в своей жизни уже сделали. Человек, который просидел всю жизнь, протирал штаны, и все, что его основной бизнес заключался в том, что он продавал свою подпись, ну какой от таких людей будет толк, что они могут сделать? Будет дальше сидеть протирать, будет дальше подписи свои продавать, это неинтересно. А человек, который построил университет, построил школу, построил фабрику, который что-то создал, построил больницу. Не в буквальном смысле кирпичики складывал, ну понятно, что я имею в виду, создал как структуру, которая умеет ею управлять. Вот такой человек может, не, безусловно, принести пользу и городу, потому что именно эти люди, они создают богатство города. И они же должны потом распределять. Станислав Ильич, прежде чем передать слово Станиславу Мартиросову, расскажу такую историю из жизни. Мне рассказывал мой товарищ, он долгие годы уже является пастором одной из протестантских церквей, говорит, когда-то была вот такая идея, что, ну, баптисты, протестанты, они же не пьют, не воруют, вроде честные, там, по Богу живут. Вот давайте мы их массово заведем в депутаты. И действительно, был такой какой-то небольшой период, когда они определенное количество завели. Решу очень интересно. Несколько, как они сами говорят, пали, ну, то есть вот просто оказались такими же, как все остальные. А пара человек просто остались белыми воронами весь, то есть, ну, как бы они ничего не решали. Они ходили, просто Библии раздавали, говорили какие-то правильные вещи, их никто не слушал. Вот нет ли опасности, что среда заест? Опасности всегда, безусловно. Но и действительно, бытие определяет сознание, да, среда обитания во многом формирует человека. Но в этом и есть сегодня основная задача партии – получить максимальное количество мест для того, чтобы все-таки не стать жертвами той среды, а чтобы формировать эту среду. Тогда, я думаю, решатся. У американских политтехнологов есть такая шутка, каждый кандидат перед выборами обещает увеличить количество бесплатных парковок, а получив власть, поднимает цену на уже существующих. Артем, секундочку, Станислав не отвечал на вопрос. Как говорится, присоединяясь ко всему сказанному, что да, представлять интересы, быть доступным, не воровать, грубо говоря. Я хочу добавить, что местный депутат должен иметь некое стратегическое видение развития. Если это областной депутат, то развитие области. Если это городской депутат, то развитие города. Например, как, например, избавиться от монополии этих же частных ЖЭКов, которые сейчас существуют в том же городе Николаеве. Почему раньше были государственные, сейчас частные. Почему монополия? Почему люди не могут выбирать эту услугу? Я понимаю, естественная монополия – это водопровод и там, я не знаю, поставки газа, но это не коммунально. Но здесь, почему не включен механизм конкуренции? То есть депутат должен иметь какое-то стратегическое видение. Не просто решать задачи, это нужно, в конкретном там доме прохудилась крыша или еще что-нибудь,
но и решить некую стратегическую задачу, как сделать так, чтобы эти крыши ремонтировались на автомате, и чтобы это стоило максимально дешево для потребителя, для жителя города Николаева. Это один момент, который хотелось бы добавить. Ну и второй момент, ну это как бы и по критериям того, что мы, как мы отбираем. В наше время депутат должен быть патриотично настроен. Обязательно. Спасибо, Стас. У нас есть вопрос в студию. Давайте послушаем зрителя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Геннадий. Я хотел бы задать вопрос. Кому-то или всем сразу? Всем сразу, всем сразу. Дело в том, что депутаты местных советов должны выполнять еще закон о статусе депутатов местных советов. Вот. Там суть заключается в том, что депутаты городского совета должны не только, слушаться своих партийных боссов, да, но проводить консультации с жителями по месту жительства, с профсоюзными комитетами, общественными организациями и так далее, и так далее. Там очень большой перечень вот этих вот, с кем депутаты должны работать в своем округе, и тем более, если они будут избраны по партийной системе. Готова ли сама партийная организация пойти вот на такое делегирование общественности инициативы? Вот. Или же меня сложилось впечатление, что вот партийные руководители не очень об этом знают. Спасибо. Пожалуйста, Артем. Только единственное, я прошу быть покороче, потому что у нас еще эксперты не все даже высказались. Пожалуйста, Артем. Ну, вот отвечая на вопрос уважаемого эксперта, я сказал, что одним из ключевых критериев для нас это есть контакт депутата с территориальной общиной. И те органы самоорганизации, которые могут быть, это могут быть и квартальные комитеты, домовые комитеты, всевозможные органы самоорганизации. Это и есть те партнеры, с которыми депутат должен строить свои отношения и перед которыми отвечать. И задачи, и проблемы, которые они перед ним ставят, собственно говоря, депутат и должен выполнять. Если он готов это делать... И, знаете, как у нас нет опасности, да, что депутат забронзовеет очень быстро и забудет, кто его выдвинул и, на самом деле, чьи интересы он там представляет. А почему же, собственно, эту опасность? Что от этой опасности нас уберегает? Вот где предохранитель, Артем? Ну, это вот как раз и речь идет о качестве тех кандидатов, которые должны этому критерию отвечать. Возможно, вот как коллега говорил, те, кто уже был депутатом, а возможно, еще и не был. Поэтому очень много людей, которые прошли школу общественных организаций и имеют понимание необходимости такого диалога. И вот перед этим речь шла о прозрачности бюджетов. Безусловно, это, ну, наверное, каждый горожанин, налогоплательщик и, в принципе, основную массу городского бюджета сегодня формируют средства как раз горожан, а те, о ком вы говорили, руководители предприятий, они создают эти рабочие места. Так вот, наша задача, как депутатов местных советов, кто пройдет в эти советы, создать в городе такую регуляторную правовую среду, которая позволила бы, первое, нормально развиваться местному бизнесу. Вы же сейчас большинство. А вот вы продолжаете путать. Я как тот бравый солдат Швейк, у меня всегда есть история. Так вот, скажите мне, Артем Николаевич, вы же очень много новых людей не заводите, вы берете все-таки в тех, кто проявил себя как уже... Нет, я не говорю, что вы вообще не заводите, я говорю, что вы берете определенное количество людей, ну вот вы, например, уже депутат со стажем, да, которые уже просто знают, как работает местное самоуправление. Вы помните громкий скандал с участием Антона Половенко, когда были расписаны адреса, пароли, явки всех тех, кто брал деньги в городском совете за подписи, как говорит Вячеслав Валентинович, за то, что скажет, в какую дверь зайти, где следующую взятку оставить и так далее. Там были ваши однопартийцы. Скажите, пожалуйста, в том числе эти люди, которые сейчас вот у нас тут фигурируют, рядом с вами. Скажите, пожалуйста, кто-то тогда возмутился, кто-то тогда понес, кого-то с треском вышибли из депутатов, кому-то, я не знаю, там морду набили в кулуарах, на кого-то в суд подали.
Что-то вот не помню таких вот реакций. Вы знаете, позорная ситуация, о которой вы действительно вспоминаете. Ну, на тот момент я уже не был депутатом городского совета, моя каденция к тому времени уже закончилась. И, скажем так, высказать позицию как депутата в рамках существующего законодательства и действий и регламента городского совета у меня, к сожалению, не было. Но механизмом уйти от этого есть вот то, опять же, о чем я начал говорить, о создании такой регуляторной среды, которая исключит депутатов местных советов из решения конкретных адресных вопросов. Так это регуляторная среда, вот Симченко предлагает. Создавайте, кто значит, мешает? Еще раз. Встретимся с вами в городском совете и займемся этим. Все годы, последние там. Кто мешал это все сделать? Если вы апеллируете лично ко мне, я все годы последние. Нет, конечно, не лично. Давайте, господа, тут у нас есть маленький сюжетик с Ютуба, господа, я всех вижу, где уже некоторое время не депутат Артем Ващеленко и его коллега, все еще депутат Татьяна Васильевна Демченко, говорят о принципиальных вещах, на которых базируется их партия. Пожалуйста. Партия развития Украины – это совершенно новая партийная сила, что говорить о том, что между партией «Розвитка» и партией «Регионов» можно поставить знак равенства, это совершенно не так. В первую очередь, уже, наверное, в названии партии вы слышите, речь о развитии. В какую сторону? В какую сторону? Да. В прогрессивную. В прогрессивную. Вперед и только вперед. У нас давно уже готовы высказаться наши эксперты, пожалуйста. Я хотел бы сделать несколько комментариев по поводу закона о выборах, который принят в первом чтении, мы почему-то ушли от его обсуждения. Но вот меня удивляет несколько такая интересная ситуация. Коалиция у нас, мы знаем, как коалиция очень быстро принимает, буквально мгновенно принимает те законы, которые им нужны. Здесь произошла очень любопытная вещь. Закон приняли в первом чтении, и тут же появились выступления Гройсмана, представителя коалиции, и Яценюка, представителя коалиции, о том, что, дескать, мы не успеваем провести реформу органов местного самоуправления, эти выборы ненадолго, и я так понимаю, что сводится к тому, что может быть, я опасаюсь того, что может быть возврат к старому закону, к мажоритарке, которая продавалась, покупалась с гречкой и консервами. Это мои как бы, мысли вслух вот, по поводу закона. Следующее. В законе там есть интересные моменты. Он на самом деле не является законом с открытыми списками. Ничего подобного. Это закон, в котором партии, опять-таки за избирателя, априори решают, кто и где выдвигается по каким округам. И у избирателя вообще нет никакой возможности выбрать кого-то из списка кандидатов партийных. То есть, если вы приходите, если фактически вы приходите на участок, да, там есть, я понимаю, есть, выдвигает партия там, двух кандидатов на одном округе. Но на самом деле открытые списки, настоящие открытые списки, это там, где избиратель может выбрать не только партию, но и любого из списка кандидатов. Здесь вам уже предлагают как бы готовый бутерброд, вы голосуете за партию практически автоматически за кандидата. Это не открытые списки. Это, скажем так, заблуждение немножко. Следующий. Максим, если можно покороче, у нас зритель с трубкой ждет. Да, и хорошо, тогда я сразу же перейду к вопросу. Еще маленький комментарий. Я вот не совсем согласен с тем, что сокращение количественного состава советов – это, дескать, проблема. На самом деле депутаты местных советов – это не сервисная организация. Сервисная организация – это исполкомы, которые, например, у нас в Николаеве состав исполкома более 800 человек. 800 человек, которые работают на горожан, должны оказывать им услуги. А депутат – это в первую очередь лоббист интересов общины вот своего округа. И у меня поэтому вопрос ко всем представителям партии – вопрос такой, как вы видите, когда вы пройдете в местный совет? Николаев уже давно не является городом корабелов, к сожалению или к счастью, он не является городом корабелов. Он уже, по сути, город-порт. Вы как видите свою миссию в городе, в горсовете?
и как бы задачу и миссию нашего города. Мы кто? Город-порт с разбитыми дорогами и КАМАЗами, которые вот катаются через центр с зерном. Мы город несуществующих как бы заводов корабелов. Мы кто будем, по-вашему? Так, я сейчас все-таки дам слово нашему зрителю. Вы, господа, вопросы помните, вы на них сможете ответить. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Ярослав Владимирович, я в части, ну, скажем так, пожелания, реплики, что ли, выскажусь. Ну вот сидят три человека, три представителя разных партий между собой. Вроде бы активно общаются, хорошо. Но мы же знаем, что и драки бывают между межпартийные, правильно? Как бы так, вот классно смотришь на людей, они так хорошо выглядят, так хорошо друг с другом рядом сидят. Почему же в партиях происходит, то есть между партиями всегда идет какая-то такая вот сумасшедшая борьба? Это первое. Второе, в части реплики. Вот вы знаете, многие депутаты, или вернее не депутаты, а кандидаты в депутаты, в местные советы, куда угодно, стараются сказать «все для человека», «все во имя человека», но почему-то забывают называть его конкретное имя. Спасибо. Какое отношение вот представителей к этому, вопросу? Спасибо. Ну, к сожалению, вот порадовать вас дракой в эфире сегодня не получается, хотя мы так даже зарезервировали несколько лишних минут, но вдруг к концу разойдутся, да, покатаются здесь между подиумами. Все еще впереди, смотрите, не переключайтесь. Ну, а если серьезно, то, пожалуйста. Ну, давайте вначале ответим действительно на вопрос зрителя. Вы знаете, безусловно, политическая дискуссия есть и будет присутствовать. И то, что... мы нормально общаемся с коллегами, это не значит, что мы во всех вопросах приходим к согласию по каким-то политическим вопросам. Однако я уверен, что те вопросы, которые касаются жизнедеятельности города, интересов горожан, я в этом соглашаюсь с выступлением городского головы, что в принципе городской совет это не поле для высоких политических баталий, а это как раз то место, где нужно решать вопросы, скажем так, такого самого низкого базового уровня, вопросы жизнедеятельности городской общины. И вот к тому, о чем говорил уважаемый эксперт, вы знаете, что тот проект закона, который обсуждается, он еще хуже. Дело в том, что может получиться так, что на многих округах вообще не будет представителя. Потому что если политическая партия, представитель которой на данном округе наберет наилучший результат, пройдет, но его партия не наберет там 5% и более, либо блок 7% и более процентов, этот человек не попадает никуда. И у нас будет ситуация, когда городские округа будут лишены своего представителя. Поэтому такая... Другой человек, другая будет второй, партия. Другой в случае, если он наберет достаточное количество абсолютных голосов, чтобы попасть в рейтинги и своей политической партии. Понимаете как? Уважаемые коллеги, у меня... Разброс голосов может быть... Уважаемые коллеги, нам всегда есть что сказать. Без своего представителя. И я не согласен с вами. Работа депутат – это все-таки сервис. Да, это представление интересов, но это тоже услуга. Спасибо. У нас есть еще что сказать, безусловно, гостям, но есть звонок в студию. Вам погасло уже... Вы в эфире говорите. Нет, уже отключили, уже не дождались. Пожалуйста. Да, безусловно, иногда случаются драки, но, опять же, чемпион по дракам, особенно в зале Верховной Рады, это у нас представители доблестной партии регионов, уподобляться и тем более устраивать это на ток-шоу, ну, не совсем, наверное, это необходимо, к тому же это не решает проблему. Все-таки надо немножко другими способами политическими решать все существующие проблемы. Отвечаю еще, просто хочу вернуться, там предыдущего вопроса зрителя тоже остался без ответа, это не очень будет красиво. Что касается, готовы ли мы быть там открытыми и общаться с избирателями, нам даже неуместно говорить о том, готовы ли мы это делать, потому что мы это делали и делаем даже еще до презентации партии, потому что всем нашим активистам партии, мне постоянно и Facebook постоянно пишут, и звонят, люди приходят, и общественная приемная работает, то есть у нас контакт с людьми, он был еще до того, как, собственно,
партия была зарегистрирована, то есть эта работа уже выполнялась. Что касается больной темы судоремонта, судостроения, простой пример, опять же. Херсонские заводы завалены работой по ремонту, одесские заводы завалены заказами. Николаев стоит пустой. Почему? Задаю вопрос судовладельцам. Говорят, да не погоним мы свои суда в Николаев. Почему? А потом, да, канальный сбор, то ерунда. В Херсоне надо дать вот столько, в Одессе тоже столько. А в Николаеве надо 5 раз по вот столько пройти по всем структурам. Он говорит, не хочу. Вот элементарные вопросы, опять же, к тому, к чему мы возвращаемся. То есть я так понимаю, что зайдя в городской совет, вы собираетесь кровати менять вместе с девочками. Станислав Мартиросов. Значит, относительно вопроса зрителя, почему партии так между собой там ссорятся, конкурируют, а что в этом плохого? Я считаю, что чем больше партий, чем больше конкуренции, тем лучше для потребителя, для избирателя. Есть из чего выбрать. И как бы никто, это нормально, это когда было КПСС и партия регионов, вот тогда не было конкуренции, все было железобетонно. И чем это кончилось? Это кончилось взрывом. Да я вам скажу, что когда партия регионов была тоже, в общем-то, вот подобных дискуссий, подобная конкуренция невозможно было себе представить. Абсолютно. В прямом эфире. То есть чем больше конкуренции на политическом поле, тем лучше для избирателя, есть из чего выбрать. Чем острее и больше конкуренция, тем быстрее как бы, пройдет ротация властной элиты. Чем быстрее Украина и город, и область выйдут на какой-то путь развития. Главное, единственное, чтобы это все было в цивилизованных формах, и чтобы мордобоя не было, грубо говоря. Тут еще... Вот. Подождите, Александр Болтянский сначала передачи пытается сказать. Да. Вы так и не ответили на самом деле на вопрос. Каким вы видите Николаев? Я понял, что вы видите городом Корабелов, да? А вот... Артем, к сожалению, не ответил на этот вопрос, и вы не ответили. Мы кто? Я не договорил. Вот кто мы, это будут решать сами горожане. Я считаю, что задача любой власти, что городской, что областной, создать максимально благоприятные условия для инициативы, в том числе экономической. А какая она сложится, конъюнктура? В аналах истории существует история Анидина Ниловича Кучме, который на вопрос, какую Украину вы собираетесь строить, сказал, да какую надо, такую и построю. То есть я так понимаю, что приблизительно по такому же принципу идет и Народный фронт. Можно уже ответить? Да, пожалуйста, Артем, да, конечно. Значит, Максим, значит, в первую очередь, есть доля здравого смысла в том, что говорит коллега. На самом деле решение о том, каким быть городу, должны принимать горожане. Но... решение о стратегии, поставить задачу, выработать стратегию развития города, безусловно, это должен сделать городской совет. Вы знаете, что, например, в городе Николаеве уже несколько лет разрабатывалась на общественных началах стратегия развития города. К сожалению, недосуг было городскому совету в том его составе, тут можно пенять на действующих депутатов, этот вопрос рассмотреть. И стратегия станет тогда действительно частью городской политики, когда будет принята большинством горожан. Это и через механизм обсуждений в различных фокус-группах, и через общественное обсуждение. Но стратегия развития города определит отрасли, которые рисуют каждый год, а толку? Это бумага, это макулатура. Вот надо строить рисуют, заводы, это бумага. Надо развивать производство. Прекрасно. Заводы для все того, закрывают. Чтобы создать условия, мы должны понимать с вами, какие... Нет, ну я думаю, что в конце концов насчет строительства заводов, то завод... Промышленность, пока мы не будем развивать наш мощнейший потенциал транспортно-логистический, никто не спорит, мы можем стратегии нарисовать, они каждый год их утверждают, хоть что-то, кто-то их читает, эти стратегии. Еще раз, вы говорите о стратегиях, которые пишут чиновники. Я вам говорю о документе, над которым работает городская община. Надо брать и делать просто. Вот вы его почитаете. Надо брать. Там и про морехозяйственный комплекс. Там и про морехозяйственный комплекс, и про малый и средний бизнес. Господа, мы стремительно движемся к концу. Александр Болтянский рискует уйти с передачи, так и не озвучив свой вопрос. Я все-таки хочу увести наш разговор к теме нашей передачи о выборах. Количество депутатов в горсовете. 90 депутатов. Сколько человек присутствует на сессии?
на сессии в лучшем случае присутствует 62 человека из 90. Это на ваш ответ, что 49 – это мало, а 90 – это нормально. Из 90, думайтесь, те люди, которые рвутся в депутаты, которые заявляют, мы будем помогать, мы за общину, из которых, кстати, 60 человек партия регионов и коммунистов 10. А вот, и из 90 человек присутствует 60, иногда 58. Еле-еле бедные депутаты выдерживают до 12 часов. Объявляется перерыв. После перерыва даже не могут собраться 52-53 человека. Любой вопрос, который проблематичный, хотя бы чуть-чуть, он без перерыва не может проголосован быть для наших граждан, для наших жителей. Поэтому количество депутатов в данной ситуации совершенно не влияет на качество работы городского совета. 60 их или 49. Будет, если 49 работать, но они будут работать. Это гораздо лучше, чем 90, из которых половина не работает. Это первая ремарка. Теперь хочу вспомнить, как это было. Почему партия регионов и почему знают от партии регионов депутатов? Вот, скажем, блок Порошенко еще не знают. И не идет блок Порошенко таким путем. Но я хочу еще раз напомнить, как это было. Выделяются деньги на асфальтирование внутриквартальное в доме. Или выделяются деньги на ремонт крыши. За этим округом закреплен депутат от партии регионов такой-то. Вызывает этого депутата и говорят, иди туда, мы там будем делать то-то, то-то. Он приходит и говорит, граждане, жители микрорайона, что вам надо? Они говорят, а вот здесь асфальт нет, здесь надо крышу сделать. Я все сделаю. Буквально в течение недели все делается. Площадка, если как бы нужна в этом доме площадка, весь город заставили площадкой, ну может это и хорошо. И вот за счет этого, наши жители знают наших депутатов от партии регионов, которые попадают в городской совет. Неважно, что они не принимают особого участия в работе этого совета. Неважно, что они голосуют то, что им скажут. Ведь нынешняя власть тоже может сейчас разбить бюджетные деньги и сказать, а ну ребята разбежались, а завтра мы сделаем то, завтра сделаем то. Но этого ж не происходит, потому что городской бюджет занимается своими делами, а партия занимается вопросом, которые стоят у нее на повестке дня. Это вопросы политические. И говорить о том, что на этом округе знают Васю, что Вася молодец, Вася хорошо работал, ну, наверное, в той ситуации это неправильно. И поэтому наш президент, наше правительство пытается вместе с Верховной Радой найти тот способ выборов, который будет приемлем. Приемлем и будет порядочный, честный. Вот. И я надеюсь, конечно, что в горсовет попадут достойные люди. Теперь вопрос политический. Есть президент и есть премьер-министр. Они делают одно дело. Они в одной команде. Поэтому о том, что они сблокируются, я, например, ничего плохого не вижу. Если же президента своя партия, у премьер-министра своя партия, и их задача разнятся, то они не могут быть вообще одной командой. В априори они не могут быть одной командой. Тогда премьер-министр должен уходить и продвигать там свои идеи, которые не совпадают с идеями президента. Но если они делают общее дело, то ничего страшного не будет, если они сблокируются. Это, конечно, Александр Болтянский, спасибо. Мнение. Значит, я понимаю, что всегда есть что еще договорить, но вот только что, пока Александр Михайлович говорил, я там переговорил с режиссером, на 5 минут мы перетянем наше время, не больше там у нас есть возможность. Поэтому вот время для последних слов. Игорь Пух, Александр Рухмановский и каждый по минуте. Пожалуйста. Я хочу сказать одно. Меня последнее время не покидает единственная мысль, что все наши, ну не то чтобы беды городские, а, ну скажем так,
закостенелые проблемы, зашоренность наша, она от того, что до сих пор за все время существования независимой Украины в нашем городе конкретно не было ни одной по-настоящему, по-хорошему сумасшедшей идеи. Все эти стратегии, которые выписываются общественными организациями, либо чиновниками, это все хорошо. Но они не работали, не работают, они их не доводят до конца, специально, либо не специально, неважно. Но у нас нет идеи. Я считаю, что в городе должен появиться такой мэр, прежде всего мэр. Я, кстати, противник партийных мэров, но это такое, это личное, может быть, отношение к этому. Такой должен появиться такой мэр, который будет сыпать идеями и заставлять депутатов, сколько бы их ни было, там 40, 50, 90, неважно сколько, их вообще может быть там 5 или 10 человек, неважно, вот, который будет заставлять депутатов эти идеи реализовывать. А идеи должны быть действительно сумасшедшие, по-хорошему, которые позволят вытянуть город из того болота, в котором он находится и погружается все больше и больше. Спасибо. Спасибо. Александр Рухмановский, наш вечный адвокат дьявола. Я заменил провокатора. Я хотел бы вернуться немножко, да, хотя бы в конце к тематике, раскладу сил. И я прогнозирую, что рейтинг оппозиционных различных партий будет расти, проправительственных, да, и коалиционных падать. И это логично очень. Я хотел бы вот сейчас еще перед стартом призвать уже ультрапатриотов, которые уже начали страдать, скажем так, беззаконием. Делают незаконные вещи, не расценивать тех, кто проголосует за оппозиционные силы, всех как, не расценивать как сепаратистов, террористов. Сейчас огромная часть населения, то, что говорил Артем, будет голосовать, потому что болезненные реформы есть, но ничего самых простых, элементарных, положительных вещей не делается. И поэтому они будут голосовать реально Маня ПТУшница, Вася Рабочий, не за сепаратистов, террористов, не за Донбасс, а против действующего. Я посмотрел на эффективного хозяйственника Юрия Исаевича. Я вот услышал, да, при всем уважении ко всем вам троим, про коалицию. И задаю вопрос. Например, чисто банально, Ухмановский политтехнолог все понимает. Я сейчас ухмановский избиратель, который не разбирается. Я задаю вопрос. Правительственная коалиция держит под собой всю государственную власть, включая силовые структуры. В городе Николаеве дети из Демальянса, шелупонь из самопомощи, не имея ни власти, ни денег, ничего, воюют с вот этой уродливой мансардой на Пионере. Бьется из последних сил. Эффективно Юрий Исаевич, хозяйственник, не видит этого. Депутаты, это понятно, это бездельники из партии регионов. Но вы, имея всех силовиков под собой, имея прокуратуру, ничего не делаете. Скажите, зачем, если это ответственность силовых органов, и вы имеете всю власть в стране, зачем вам еще брать власть в городе, чтобы решать, я не говорю про какие-то мелкие, люх украли, я говорю вопиющее нарушение всего действующего законодательства, которое только можно, жилищного, хозяйственного, всего, в центре города. Зачем вам власть в городе? Отлично. Вот, собственно, ваша последняя минута у каждого и будет частично, по крайней мере, ответом на вопрос Александра Ухмановского. Пожалуйста. Вы знаете, я, наверное, продолжу ту мысль, которую господин Ухмановский только что озвучил. Вот вы сказали о том, что, к сожалению, судовладельцы, приходящие в Николаев, вынуждены платить. Да. Судовладельцы, заходящие в Николаев, не имеют контактов с городскими службами. Они платят представителям государственных контролирующих органов, которые задействованы в этом, которые все сегодня подконтрольны, собственно говоря, президентской силе. Поэтому наведите порядок в тех государственных структурах, которые сегодня мешают судовладельцам заходить в Николаевские порты, и это будет вашим вкладом, я считаю, в развитие города Николаева. Пожалуйста, Ставрополь. Ну, пока что все-таки люди, о которых идет речь, это люди, которые являются очень такими активными представителями все-таки вашей еще политической силы. И даже один из последних, ну, это правда. Сколько сегодня даже на ключевых постах людей президента?
если глава СБУ был человек совершенно, человек, который подконтролен владельцу, скажем так, оппозиционного блока. Слушай, глава у вас СБУ, кадровый голод настолько секундочку. Велик, что вы за более такой, года не смогли ничего поменять, такое, что ли? Ну, такое, какое есть. Такое, какое есть. Значит, это вопрос об эффективности. Ну, вопрос об эффективности, наверное, да. Наверное, да, но опять же, эффективности в каких условиях? Ну или руки в условиях, не когда, секундочку, когда страна была превращена просто в феодальную, какое-то поместье. Потому что 4-5 человек полностью раздеребанили страну, полностью, все назначения, хоть одно назначение где-то делалось без партийного генерала. И квинтэссенцию этого дележа очень поэтично характеризовал ваш политический лидер. Не только назначение, дело в том, где сконцентрирован весь ресурс и по кому были подконтрольны эти люди. И вот пока эти люди, с этим надо считаться, тут никуда не денешься. Если в руках 4 человек находится 70% всей страны, всего ресурса страны. Просто так с этим не поборешься. Да, идет сейчас процедура. Они же тоже не мальчики для битья. Не тот Ахметов, не тот Тарута. Да, естественно, безусловно сопротивляются. Да, если даже глава СБУ это был человек подконтрольный им. Ну вот, идет процесс, потихоньку идет. Я уверен, что он дойдет до логического завершения. И все станет на место. Спасибо. Поэтому, извините, еще хочу добавить, согласен абсолютно с Игорем, что необходимы идеи, возможно, сумасшедшие идеи. Именно поэтому мы подбираем людей, которые некие свои идеи уже реализовали в своей жизни. И тогда надеюсь, что они смогут добавить... Буквально короткая фраза, вот да, говорит, надо строить завод. Вот кому, вот я в данном случае могу сказать, что... тепловозоремонтный, Бурковец и с его судоремонтным, и, собственно, Небулон. Это как раз те заводы, которые вот возникли буквально, ну, по крайней мере, с такими мощностями и оборотами. Это как раз те люди, которые, в общем-то, заводы, которые подняты членами блока Порошенко. Пожалуйста, Станислав Мартиросов. Ну, хочется сказать, что на самом деле... Ну просто я понимаю, что хочется лечь спать, завтра проснуться в прекрасной стране, чтобы все перемены к лучшему, ну вот так произошли. Ну не получается, потому что живем мы не в сказке. Стас, не все. Подождите, секундочки. Ну насчет мансарды я не могу больше сказать, что я не владею информацией. Опять же, жилищные и так далее, кто сейчас при власти находится в горсовете, и мы знаем, чья это мансарда и так далее. Я касательно мансарды я не готов говорить. Я говорю, что вот я помню, что после того, как только закончилась революция достоинства, вот конец февраля, начало марта, я помню, как нам в партийный офис приходили, пошел поток людей, и один говорит: вы знаете, у меня отобрали завод при Януковиче. А у меня ребенка несправедливо засудили за убийство, которого он не совершал. А у меня вот это, а у меня вот то. Просто поток. И все хотели, чтобы мы сейчас, вот тут, на месте, решили эти вопросы. Я за голову тогда схватился. Не получается так. Вот так не получается. Тяжелый труд нужно и путь пройти. И что касательно закона, все-таки он... Если правильно расставить акценты по терминологии, он все-таки по открытым спискам, потому что избиратель влияет на место депутата в партийном списке по этому закону. Пользуясь своей волей ведущего, все-таки столько раз упоминали здесь эффективного хозяйственника Юрия Исаевича Гранатурова, что он все равно незримо присутствует с нами, поэтому я вот дам ему тоже последнее слово, хоть и в записи. Действительно последнее. Ну, потом попрощаемся. Ну, вот, по крайней мере, судя по тому, что мы молчим. Мы не имеем права на беспрерывные ошибки. Мы наделали их столько, что нам пора их исправлять одну за другой. И как бы ни сложилась судьба выборов, никто из тех, кто будет баллотироваться, наверное, не станет меньше любить свой город. Поэтому я желаю всем будущим участникам выборного, я желаю всем будущим участникам выборного процесса выдержки, терпения, толерантности, взвешенности и главного принципа выборов. Не надо
непорядочно различными методами доказывать, что твой оппонент намного хуже тебя, используя самые неприличные приемы. Надо доказывать, что ты лучший. Меня когда-то хорошо учили public relations, формированию общественного мнения. Я точно знаю главный постулат выборного процесса. Не занимайся своим оппонентом, занимайся собой, как кандидатом, и у тебя все получится. Всем желаю успехов. Участие в выборном процессе тоже приносит большую и ощутимую пользу. И всем желаю, чтобы над городом Николаево царил мир и покой, небо было голубым, и чтобы наши дети не знали никогда войны. Это важнее всего. А выборы так, суета, сует. Отже, дякую, що були з нами. Я нагадую, що завтра о 14.30 з обов'язковим повтором 21.30 ви зможете подивитися і почути продовження цієї дискусії в програмі «Контраргумент по скриптум». Ну, наступного тижня ми знову з компетентними та дуже активними нашими учасниками будемо обговорювати наступні актуальні питання нашого життя. Дякую, що були з нами. На все добре.